Добрый день! Сегодня наш видеообзор посвящен лапшерезке марката Atlas 150 со съемными насадками. Она предназначена для приготовления настоящей домашней лапши и равиоли. Давайте рассмотрим установку и механизм ее работы более подробно. К столу лапшерезка крепится струбциной. Делается это довольно просто, поэтому справится любая представительница прекрасного пола. Само устройство представляет собой механизм с вращающимися валиками и роликами с лезвиями. Одни предназначены для раскатки теста, другие для его нарезки. В комплекте идет ручка, которая необходима для вращения вальцов для раскатки теста. Также она служит для вращения вальцов для нарезки лапши. Установка и снятие ручки происходит очень быстро и без каких-либо лишних проблем. Обратите внимание, что в комплекте с лапшерезкой уже идет насадка для нарезки двух видов лапши – 2,6 мм. Раскатка теста на ней осуществляется в диапазоне от 0,2 до 3 мм. Изменить расстояние между вальцами можно с помощью специального регулятора, установленного сбоку от лапшерезки. Как вы видите, сделать это тоже очень просто. Данная модель лапшерезки, марката Atlas 150, обладает возможностью смены насадок. Дополнительно к ней можно купить насадки для равиоли, лазаньи, спагетти, феттучини и других макаронных изделий. Усовершенствовать лапшерезку также можно с помощью электромотора, который приобретается отдельно. Никаких болтов и дополнительных приспособлений для его установки не потребуется. Достаточно просто вытащить ручку из привода лапшерезки и с помощью двух защелок в гнездо, где была ручка, вставить электромотор. Лапшерезку можно использовать не только в домашних условиях, но и на небольшом производстве и в пунктах общественного питания. С приготовлением макаронных изделий справятся не только профессиональные повара, но и начинающие кулинары. После использования лапшерезку нельзя мыть проточной водой. Для очистки вальцов используется кисточка. Ей сметают остатки муки и теста, а сам корпус достаточно просто протереть влажной тканью. Лапшерезка станет незаменимым атрибутом любой кухни, на которой готовят натуральные и здоровые продукты. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!